Доброе утро, страна. Доброе утро. Мы едем с Дашей первый раз на фигурное катание. Да. Несмотря на то, что я вообще не выспалась. Я спала очень мало. Ай, холодно. Это Блишка. Встали раненько с ней в 6:15 я встала, в 6:20. Я ей легла в 2:40, в 2:30. Мам, а папа хотел? Да. А ты боялась, когда папа хапел, Полина упала, а мама сказала, да, что... у меня сегодня была безумная ночь веселая. Сначала упала Полина со своей кровати. Потом папа хапел. Нет, сначала Арсений пришел из своей комнаты в нашу кровать и сказал, что ему там спать неудобно, потому что там что-то воняет. Так бывает. Потом пришла Полина. Полина сначала пришла в туалет, сходила. Потом она упала со своей кровати. Вот. Потом у меня начал храпеть малыш. А я всю ночь не спала почти. Сейчас. Стрекоза. Стрекоза. Даша, ты готова покорять лед? Покорять лед готова? Волнуешься? Да. Не бойся, все получится, да? Да. Ты что расстроилась? Ждешь тренера? Да. Мог, по земле ходить можешь, можешь уже кататься можешь. Можешь кататься? Где? На льду сможешь? Да. Вот какая уверенная, да? Нет, так, сюда не наступай. По этой штучке стоит, но там ничего, ничего. Да, дочь? Ну, ходить можешь уже полдела. Майя, вот эта тетя твоя, ладно? Вот эта тетя-тренер. Вот тетя-тренер, надо будет с ней кататься. Вот это она, понятно? Да. Вот иди вот туда, где серединочку. За малышами иди аккуратненько, за ними. Майя, иди вот за ней аккуратненько. Туда иди. Туда иди, вот туда. Туда, да, за ней вот иди. Иди, иди сама аккуратненько. Можешь, можешь, иди, Майя. Нет, не так, туда надо идти. Вот видишь, куда она пошла? Туда. Отвела Дашуню в садик после фигурного катания. Сегодня мне еще надо сводить Арсения кое-куда и на футбол его потом. День еще немножко сумасшедший, но я очень рада, что Дашке понравилось кататься. Она, правда, кататься это еще сложно назвать, но это круто на самом деле. Вот. Прожить бы до вечера этот день хорошо. Сегодня у нас такой дом на колесах.
Арсений переоделся сейчас, а в машине кушает. Достает термос с чаем. Достал? Вот. Я ему с собой положила покушать. Сейчас попьет чай, потому что в школе не успел сегодня пообедать. Давай, сынок. Ну что делать? Такова жизнь спортсмена. Да, сынок? Давай, пристегивайся, садись, хорошо? Не получилось ли получилось? Я уже достала. Молодец. Хорошо, когда машина большая. Давай мне термос. Я тебе налью, и сам потом нальешь. Сам тяжело. Сам? Давай, садись, пристегивайся, куртку убирай из-под попы. У Поли пока дневной сон. Ну, потихоньку едем. Давай, обувайся. Я не могу. Ова, ты что сейчас делаешь? Становись, поднимайся. Все, встала. И что? Ты куда, на футбол, Касюша, пошла? Да. Покажи. Какой у тебя мишка сзади на попе? Так, 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 стоп, стоп, сюда, сюда, иди, сюда, иди. Сюда. Пимш. Давай. Давай. Закончили тренировку. Олечка, давай одеваться. Снимай обувь. Полина. Я очень расстроена. Все, я поехала. Давай, разувайся быстрее. Ботинки снимай. Мама, я колготки снимать. Зачем колготки снимать? Мы сейчас комбинезон наденем. Там секундочка. Я валяюсь. Ты валяешься? Да. Что у тебя с волосами? Ты пусистик, пусистик, пусистик. Да? Пусистик, пусистик. Пусистик, пусистик, пусистик. Кто у нас на попе нарисован? Кто? Миська, 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 миська. Все, давай, одевайся. А. В смысле принеси? Откуда? Сходи к машине принеси. Может, уж не пойду. Садишь в машину, переоденешься, не пойду в футбол. Ну, не переодевайся, хорошо. Полина, одевайся. Одевайся. Давай. Устал мальчик, да, блин? Арсюш, ну быстрее, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Как меня зовут? Как меня зовут? Да. Аня, а тебя как? Полина. Очень приятно познакомиться. Господи, все комбинезон не держит. Я пошла. Папа, посчитай. Что случилось, Сень? Мальчик, ну что случилось? Пожалуйста, побыстрее делай. А все ж Полина сейчас вспотеет, очень жарко. Ну, одевайся быстрее. Маме, я вспотею. Пошли на улицу? Да. Давайте поднимем. Ноги тро тяжело натягивают? Да. Давай, поднимайся. Садишь в машине, переоденешь, хорошо? Давай кроссовки одевай. Плюсик всякий. Мы наконец-то идем домой.
с футбола, вернее, не идем, идем до машины. Арсюша сегодня молодец, герой, 5 голов забил, да? Как всегда, не настроение. Вот. А я сейчас отвезу детей. И вчера я поняла... Арсюш, Полин, поднимайся. Устал, я знаю. Вчера я поняла, что очень устала. Потому что какой-то нон-стоп. Сегодня я уже добила усталости. Ой. В общем, я устала. И муж меня отпустил сегодня с подружками. Подружки в гости. А у нее есть сауна, мы попаримся. Вот, будет очень круто. Посидим, поболтаем, попаримся. Вот сейчас отвезу. Ай, Поля. Детей. Уложу их спать и поеду. Арсюш, пожалуйста, побыстрей. Марк года 2 назад или 3. Наверное, не помню сколько. Может быть, даже 3. Немножко поправился. Я его отдала сюда, тренеру Арсюши, на в лагерь. Вот. Но в итоге их здесь так хорошо кормили, да не как жили в этом здании. Ну, вот в таком же, как вам сейчас на картинке видно. Только прямо стоит передо мной. И здесь шикарно кормили, но вот это был такой первый спортивный лагерь. Вот, похудеть не удалось, но очень сильно много нарастил мышц. Вот, так что такая у нас история с этим комплексом. Ой, как же на улице холодно, руки мерзнут держать телефон. В общем, мы заходим в машину, потому что сейчас чай тепло выпить. Приехали с Дашей в Снежком чуть пораньше, чем у нас занятия начинаются сегодня индивидуальные с тренером. Хотим дотащить коньки, а доча спит у меня. Да, доча? Прогуляли садик по-честному, потому что не видела смысла ее вести. Сейчас мы проснемся, да, дочурка? Просыпайся, пойдем. Мам, а нам долго будут точить коньки? Все, уже заточили коньки наши. Заточили? Угу. Еще один остался? Да, один заточили, сейчас второй затачивают. Сидим дальше, ждем, пока затачивают коньки нам. Едим яблоко. Сейчас у кого-то упадет яблоко. Да, Даша? Thank you.
укладывает кошку спать. Это младшие девчонки и Арсюха с Марком на улице разгребают снег. Хочу показать книги, которые я заказала. Так, Мария Глушко. Я взяла часть книг про войну. Просто хочу углубиться, детям рассказать постарше. Дальше, «Сестренка». Это все издательство «Речь». Здесь особой иллюстрации нет. Я думаю, что это тоже больше для возраста Арсения Лерки. Вот. «Когда мама была маленькая». Марина Потоцкая. С небольшими иллюстрациями. Думаю, будет всем интересно. Дальше. «Прервалась на разборке детей». Дальше. «Кирпичные острова Погодин». Лер, отпусти кошку, пожалуйста. Вот, дальше. «Для малышей собака, кот, кошка и курочка». «Семеро солдатиков». Читать. Будешь читать. Сейчас поужинать будешь читать. Лер, мне кажется, ты не по возрасту взяла книжечку. Так, сейчас я еще прервусь. Дальше. «Хлеб той зимы». Намеренно взяла книгу про войну. Ну, у меня несколько книжек здесь о войне. Хочу детям рассказать немножко. Я думаю, это будет интересно и Лере Арсюше, и Марику. Должны знать историю. Может быть, через художественную литературу это будет легче все осознать. Так, «Лисичка со скалочкой». Это еще книга из моего детства. «Маленькая школьница». Лерка. «Сорока Белобока». «Друг детства» Драгунского. Захотелось мне взять именно тоненькие книжки, хотя я к ним очень равнодушна, но здесь мне что-то понравилось. Красивые иллюстрации очень. Дальше следующая книжечка про девочку Маринку. В детской книжке, конечно, очень много иллюстраций. Дальше. «Бабушка, внучка да курочка». «Игрушки для Андрюшки». В стихах. И «Научили нас сушить». Ладно, все, пошла загонять детей домой. Давай, заходи, заходи, погуляла. Сейчас мы будем наводить уборку, дома бардак. Потому что сумасшедшие дни не дают нам убираться. Не успеваем. Раздеваемся, раздеваемся. Давайте. Даш, дверь закрывай. Не грязные, а мокрые. Мокрые. Надо сюда водить. Давай, раздевайтесь. Я не могу. Пробуй сама.